Снова здрасте, это снова я и снова режим безрейтинговый и который чисто для фана, и снова с нами Эфириал, командир сектоидов, Сестраж, Дохляк и вроде бы все. Вообще я думал изменить на агента моего любимого, но потом подумал, что в принципе, ну и его мне вполне нравится воевать с таким составом. Так. Сюда. У нас очень быстро подвижный. Отличный размер. Вот. Карта Вар. Соответственно, будет движение сразу с такой паузы. Надеюсь. Голос мой чуть громче. Так, я уже увидел то, что у него кто-то. Ракетчик. Еще один ракетчик. Такое разнообразие. И видел там вдали снайпера агента. Вот. То есть. Вот как можно прощупывать с помощью яда. Так вот идете, и тут опа, фокусируется сразу. Значит, тут есть соперник, и тут его нужно. Вот, но, наверное, он был в Титане, поэтому, скорее всего, у него будет облом большой. А, так как там два ракетчика, нам лучше сейчас не подходить, потому что он тупо ракетами закидает. Лучше вот так вот слегка чуть-чуть отойти. А, да, баф не забыл еще заодно. Это агент. Блин, надо было бафнуть с самого начала. Что-то я как-то не догадался это делать. Шторм по радиусу действия уже не дотягивается. Ну ладно, спрячем тогда эфириал вообще сюда вот. Время идет этого чуть приезжать сюда. Это вот сюда. И посмотрим, что же он сделает. Наверное, Дохляку ему все-таки нет, конечно, неполное укрытие, 4 хита, соответственно, даже этот чечмыш его убьет. Не угадал. Вот так зря. Не стоит так делать, если вы не знаете, наверняка, что за машиной кто-то есть, лучше не тратить ракету. Она в данном случае, ну, считаю, он уже байта как-то не отдал, потому что без ракеты он ничего не удалось. Вот. Хотя странно, я бы на его месте вот сюда выпальнул, чтобы наверняка взорвать тех и тех. Да, все-таки в питании был, поэтому то, что я туда ядом плюнул, это ерунда. В итоге. Сейчас Дохляку ему конец придет. Какой-то странный отряд, всего трое. Там должен быть еще кто-то. А, нет, все понятно. Теперь я все понял. Это просто это снайпер. Снайпер. Пси-убийца. Вот. Значит, их всего трое. Что ж, хорошо. Я вот думаю, вот интересно, кто был бы пулеметчик, какие пси-способности были бы у него. Это тоже довольно много раз думал над этим, все-таки так. Я думаю, что все-таки ему не нужны пси-способности, потому что он и так
Вроде бы круто. Так. Сериал сюда. Как бы выбахнуть. Вообще он завел меня в угол. Вообще я сам себя завел в угол, это не очень хорошо. Ну да ладно. Сейчас бахнемся и пойдем вперед. Шторм туда, да. А, вот прямо сюда. Отлично, отлично. Что ж, смотрим. А, пропустил момент, только что ракета куда-то вообще сюда улетела. То есть он фактически своих хэви-труперов он их вообще не использовал. Скорее всего, это станет причиной его поражения. Даже напишу ему. Потому что ну, это совсем что-то. Не то. Кого-то увидел, но на самом деле он никого не видел. Какое-то что-то странное. Странный какой-то баг. А, тут уже труп чей-то валяется. Видать, я сильно кого-то задел. Ну что ж, хорошо. Это очень хорошо. Ага, вот он. Ну ладно. Вот сюда. Неужели у него остался один боец, снайпер, который, вот есть еще кто-то. Кто-то, которого я пока что кто-то. Пулеметчик рядовой у него остался. Я убил все-таки того главного пулеметчика с ионическим штормом. Как будет, короче, это поражение в любом случае. Скорее всего, вот этот следующий ход, который мой будет, он будет последним. Я шов контроль, он для того. Отступить решил. Хорошо. Хорошо. Всех прочекали, всех обнаружили. Зрение все-таки спускалось. Не надо его.
слабоумие на полную. Вот даже воле 70 как не особо защищает от этого. В итоге мой оппонент вообще куда-то туда за заднюю стенку убежал, но в принципе правильно, ему ничего не оставалось в данной ситуации, потому что ситуация совсем уж для него, так сказать. Но наш бравый пулеметчик его видит, сейчас его атакует. Люблю я это дело. Что ж, отходим его с двух сторон. Так. Даже вот так вот совсем уж дерзко прорвемся. По-моему, у него нет выхода вообще совершенно. Очень плохо титан армор. Медленно бегаешь, притом не можешь зацепиться. Конечно, хитов меньше дает, но все равно. Не слишком хорошая броня. Единственный плюс, который я только вижу, это то, что он хитов дает нормальное количество и все. Решил выстрелить, не попал. И все. Это ГГ. Его же пулеметчика. Спасибо за просмотр. Всем пока.